Добрый день. Добро пожаловать на наше следующее видео «Что происходит, профессор?». Я Мартин Смит. Я Вальтер Файт. Приветствую, Вальтер. Приветствую. Сегодня мы немного поговорим о том, что является кульминацией века. Потому что люди спрашивают, они хотят знать последовательность. У мира очень много взглядов на пришествие Христа. Просто для уточнения, потому что мы имеем дело с проблемами последнего времени. Давай просто дадим последовательность, как это будет происходить до самого конца. Это служит разоблачением Библии для тех, кому нужно немного больше информации по этому вопросу. Как мы сказали в предыдущих видео, это, возможно, еще один инструмент, который вы можете положить в свой набор инструментов, когда хотите евангелизировать. Давайте для начала помолимся. Наш Отец Небесный, еще раз спасибо Тебе за то, что Ты собрал нас вместе. Господи, мы с нетерпением ждем того дня, когда Иисус придет на облаках, придет и заберет нас. Пожалуйста, просвети зрителей, а также нас по этим вопросам во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Мартин, все ждут грядущей кульминации истории. Я, конечно, тоже с нетерпением жду этого. Это знаменитая декларация Уэсли. Я хочу знать одно. Путь в небеса. Как благополучно приземлиться на этом счастливом берегу? Сам Бог снизошел до того, чтобы научить пути. Именно для этого Он пришел с небес. Он записал это в книгу. О, дайте мне эту книгу. Любой ценой дайте мне книгу Божью. Потом Он говорит, у меня она есть. Тут мне достаточно знаний. Позвольте мне быть Homo Unus Libri, человеком одной книги. Итак, в основном то, что он говорит, это то, что сказала Реформация. Если у вас есть Библия, то поучение за поучением, строка за строкой, вы не должны бояться, потому что Бог поместил это в книгу. Мы должны увидеть, что она говорит. Деяния 1:1. «И сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Это смертельный удар по спиритизму. Верно. Разве не так? Определенно. Потому что они делают это духовным событием, одухотворяют буквальное пришествие Христа. И именно поэтому они, как сказала Блаватская, любят каббалистические версии Библии, новые, которые говорят о конце века, а не о конце света. Пришествие Христа для них не буквальное явление в облаках. Но здесь у нас есть четкое утверждение, что это буквальное событие. Итак, мы должны задать себе несколько вопросов. Почему Он придет? Как Он придет? Итак, чтобы мы не запутались. Да, это очень важно, потому что Иисус предупредил нас, что будут лжехристы, и сатана выдаст себя за Него. Именно так. Итак, почему Он придет снова? Тита 2:13. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Грамматика в оригинальном греческом языке делает совершенно очевидным, что великий Бог и Спаситель Иисус Христос одно и то же. Это еще один ключевой стих, который говорит нам об этом, об Иисусе. Это блаженная надежда. Этого все ждут. Я просто ошеломлен тем, что люди не хотят, чтобы это произошло. Они цепляются за любое земное сокровище. Их явно не слишком интересует блаженная надежда, верно? Иоанна, 14 глава. Моя миниатюрная Библия последнего времени. Эти несколько стихов. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обители много, если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, опять приду и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я». Мартин, это буквально? Да.
Ты веришь в это? Да, я верю. Что-то с тобой не так. Я люблю этот стих. Я очень рад. Это, конечно же, версия короля Иакова. В доме отца моего есть много особняков. Если почитать современные переводы, там написано «много домов». Если вы читаете современные переводы, там написано «много места». Вы ничего не получите. Вы призрак на девятом небе. Итак, опять. Они хотят все одухотворить. И согласно этому стиху, Мартин, когда ты попадешь на небеса? Когда он придет, чтобы встретиться? Когда он вернется? Итак, во что верит мир? Вы будете восхищены. А другие верят, что когда вы умрете, вы сразу попадете к нему. Итак, они все уже там. Итак, какой смысл приходить за ним, если они уже там все? Все настолько просто и логично, когда вы позволяете Библии интерпретировать себя. Как я упомянул в своем свидетельстве, это точный стих. Когда вы читаете его и обнаруживаете его с помощью Святого Духа, он должен уничтожить всю эту путаницу. Читайте свою Библию, как она есть. Как он придет? Это будет видно всем. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око». Откровение 1.7. Итак, «узрит его всякое око». Мартин, это интересно. Матфея 24.27. «Ибо как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так и будет пришествие Сына Человеческого». Итак, это будет яркое событие. «И каждое око узрит его». Это каждое око, это те, которые живы. Мы увидим это. Это не какое-то тайное событие, которое где-то происходит. Что это значит, когда говорится, что он придет с облаками? Еврейский параллелизм должен ответить на это для нас. Псалом 103.3 говорит: «Делаешь облака твоей колесницей, шествуешь на крыльях ветра». Итак, мы до сих пор не знаем, что это такое, но у нас есть синоним, которым они используют – «облачная колесница». Мы продолжаем. Матфея 24.30. «И увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою». В твоей молитве, Мартин, ты сказал, что он идет на облаках. Но он идет в облаках. Да, да. А потом мы хотим знать, что это за колесницы. Псалом 67, 18. «Колесниц Божьих 20 тысяч, даже тысячи ангелов. Среди их Господь на Синае, во святилище». Перевод короля Иакова. У нас есть четкая картина. Библия снова толкует сама себя. Итак, он придет со своими тысячами, тысячами, миллионами и миллионами ангелов. Это будет впечатляющее зрение. Если один ангел, пришедший к могиле, вызвал землетрясение, верно? Если один ангел заставил пасть всех, как мертвых, если один ангел пальцем откатил тот камень, на что это будет похоже, когда придут миллиарды ангелов? Один ангел уничтожил 180 тысяч сирийцев за одну ночь, верно? Я думаю, это непостижимо. Они пытались сказать нам, что это была крысиная чума. 2 Фессалоникийцам 1.7. «В явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его». Луки 9.26. «Когда придет во славе Своей и Отца, и святых ангелов». Это впечатляюще, верно? Слава Богу такова, что она затмевает солнце во много раз. Ни один человеческий глаз не может увидеть это и жить, разве что вы специально не подготовлены к этому. Даже Моисей, он просто отражал немного славы, а израильтяне не могли смотреть даже на него. Матфея 25:31. «Когда же придет Сын Человеческий в славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей». Итак, он не приходит как смиренный спаситель, жертвенный спаситель. Он приходит как царь царей и Господь господствующих. Итак, я думаю, довольно ясно, как он придет. Это будет зрелищно. Откровение 5.1.
и число их мыло тьмы тем и тысячи тысяч. Библия не использует слово «миллион» или «миллиард» или «триллион», но если вы умножите это миллиарды и миллиарды ангелов. Зрелищно. Еще одна особенность второго пришествия. Его будет слышно. 1 Фессалоникийцам 4:16. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба». Итак, каждый услышит это. Мартин, этот голос проникает даже в уши мертвых. Он выводит их из могил. Матфея 24:31. «И пошлет ангела своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Итак, Мартин, кто будет собран? Его избранные. И никто другой, верно? Вы должны быть очень осторожны, когда вы читаете Библию, что она говорит на самом деле, а не то, что кто-то думает, что она говорит, и что вы хотите, чтобы она говорила. Верно. Итак, нас не интересует динамическая эквивалентность. Мы хотим знать, что сказал Бог, верно? А потом очень важный стих. Он не прикоснется к земле. 1 Фессалоникийцам 4:16. «И мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в средине Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». Несколько моментов здесь. Он посылает своих ангелов, чтобы собрать. Они собираются вместе на облаках. Итак, они идут к этой огромной толпе ангелов, верно? Они будут восхищены этой огромной толпой ангелов. Встретение Господу на воздухе. И с тех пор больше нет разделения между искупленными и Богом, верно? Итак, вот что произойдет, когда Иисус вернется. Итак, если вы читали эти стихи сейчас, то какое отношение это имеет к любому тайному восхищению? В этом не может быть ничего тайного. И так вот, почему Иисус предупредил. Если вы услышите, что где-то во внутренней комнате, не ходите. Если вы слышите одно, второе и третье, не ходите. Вот почему Иисус предупреждал Матфея 24 глава 26-27. «Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите. Вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Я рассказывала эту историю однажды, когда читала лекции в Швейцарии. Я была там в большом зале в Цюрихе. Я читала лекции о движении New Age и Матрея. Я уже где-то говорила об этом. И пока я читала лекцию, была довольно большая аудитория. Люди устали от меня. Они сказали, что в этом все много ерунды. Нет такой вещи, как Матрея, пытающаяся замаскироваться под Христа на этом этапе. Бенджамин Крем был занят всем своим. Он был в тени. Некоторые из них действительно встали. Они были довольно шумными. Они сказали, нет, мы не хотим слушать эту чушь, и ушли. Много людей вышло из зала. Знаешь, это довольно смущает, когда это происходит. И так я сказал, хорошо, Господи. Они явно не верят в это. Пожалуйста, помоги мне немного. Я продолжил лекцию. Остальные люди остались сидеть в зале. Я сказал, я ничего не могу поделать, если они не верят в это. Но это то, что происходит. Минут через 20... произошла большая толкотня, и все сбежались обратно в зал. Разве это не странно? Я могу только представить удивление на вашем лице. Да, я сказала, что происходит теперь? Так уж вышло. Мартин, ты веришь в случай или в провидение? Провидение. Ты веришь в провидение? Так уж получилось, что в зале, в большом отеле, как раз напротив того места, где у нас проходили лекции, Бенджамин Крем был в тени Матрея в то самое время, когда я читал именно эту лекцию.
Разве это не удивительно? И когда эти люди вышли, толпа вышла из этого отеля, крича: «Матрея здесь! Матрея здесь!» И они передавали эти вещи людям на улице. А люди говорили: «Что происходит? Что происходит?» Потом они волновались и говорили, как его затмила Матрея. И они поняли, может быть, этот парень не несет чушь? Они побежали обратно в зал. Итак, не слушайте, если услышите. Не ходите, потому что это не так. Мы также показывали слайды. Не верьте, когда главный раввин Синедриона говорит, что общается с Мессией. Он уже разговаривает с ним. И мы показывали все эти слайды. Нам не нужно это делать снова. Итак, что будет происходить при втором пришествии? Это следующий логический вопрос, не так ли? Библия говорит нам, что будет воскресение праведника. 1 Фессалоникийцев 4:16. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежние». Означает ли это, что есть другое воскресение мертвых, которые не во Христе? Да. Итак, есть первое воскресение и есть второе воскресение. Мы должны посмотреть на это, верно? Библия говорит сама за себя. Как долго эти другие будут оставаться мертвыми? Это следующий вопрос, верно? Откровение 25. «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет». А затем он ссылается на это предыдущее утверждение. Это первое воскресение, когда Библия описывает пришествие Христа. Первое воскресение – это воскресение праведников. Послание к Фессалоникийцам делает это совершенно ясным. А остальные мертвые не проснутся еще 1000 лет. Люди скажут: «Вы перепрыгиваете от Фессалоникийцев к Откровению, а может быть, к стиху из Ветхого Завета». Но именно так говорит Библия. Вы должны сделать подобное исследование, чтобы собрать все стихи вместе. Здесь немного, там немного, пока картина не станет ясной. Она не может быть туманной. Это очень верно, потому что тогда у вас не будет проблем с неправильным толкованием. Итак, давай просто удостоверимся, какое это воскресение, если вы должны умереть до того, как придет Христос. Частью какого воскресения вы хотели бы стать? Первого? Верно. Откровение 26. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом». Очень грустно быть частью второго воскресения. Итак, в Библии есть два воскресения. Воскресение жизни и воскресение проклятия. Это довольно ясно, верно? При втором пришествии живые праведники будут изменены, потому что будут живые люди. 1 Коринфянам 15:52-53 сказано: «Вдруг в мгновение ока, при последней трубе». Мы только что слышали, что Христос придет с трубою Божией, верно? Итак, это мы относим к живым. «Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление». А смертному сему облечься в бессмертие. Это еврейский параллелизм. Вы просто повторяете одно и то же, только другими словами. Другими словами, вы подчеркиваете это. Вы придаете этому смысл. Мне нравится, как они это написали. Как вы сказали, все это теряется в новом переводе. Да, совершенно потеряно. Вам нужно увидеть, что выделено. Это как текстовыделитель. Разве что Бог забрал этот текстовыделитель. У меня есть кое-что спрятанное здесь для вас. Я хочу, чтобы вы это увидели. Итак, давайте посмотрим на резюме 1 Коринфянам 15 глава, стих 22-23. «Ныне Христос воскрес из мертвых и сделался первенцем из спящих». Интересно, что они спят, верно? «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы,
в пришествие Его. Это интересный стих, потому что раньше тоже были воскресения. Моисей воскрес, потому что мы читаем, что Михаил был в противостоянии с дьяволом, верно? Относительно его тела. И он вознесся на небеса. Итак, он увидел смерть и воскрес. Но он не был первым плодом из первенцев. Он был как бы простроченным чеком. Христос – первый плод или первенец. У него было воскресение по обетованию, воскресение Христова. Если бы Христос не воскрес, Моисей не мог бы воскреснуть. Итак, Моисей был представителем спящих в могиле, которые воскреснут из мертвых, а Илия был представителем тех, кто не увидит смерти. Вот почему эти двое, они представляют закон и пророков, которые пришли и были с Иисусом на горе Преображения. Важно знать, что Христос – первый плод. Но в Библии сказано, что смерть царила от Адама до Моисея. Да, я помню это. Итак, это говорит нам, что именно тогда кто-то впервые воскрес и получил бессмертие. Смерть царствовала от Адама до Моисея. Итак, интересное резюме. Но для остального человечества и другие, Енох был примером допотопного мира, что Бог сдержит обетование, значит, он был залогом допотопного мира, а Моисей и Илия были примером послепотопного мира, символизирующим воскресение в конце. А потом было несколько, которые воскресли при воскресении Христа. Да, и они были вознесены вместе с Ним. Верно, потому что Он говорит, что когда Он возносился, Он вошел на высоту и пленил плен. Они были частью этих первых плодов. Какова их миссия на небесах, Библия не говорит нам. Итак, давайте не будем строить догадки об этом. Итак, это подводит нас к очень важному моменту, а именно учение о бессмертии души, что является сложной частью всей последовательности событий. Это также сыграет очень большую роль в заблуждении в последнее время. Верно? Бытие 2.17. «От древа познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Это было провозглашение Бога. Бытие 3.4. «И сказал смей жене, нет, не умрете». Мы имели дело с этим во многих случаях, но это то, во что человечество в основном верит – бессмертие. Измененное состояние, но бессмертие. Так что даже если ты мертв, то ты жив, в кавычках, ты бессмертен. Они любят говорить, что душа попадает в рай. Но, к сожалению, для них Иезекииль 18:20 говорит, душа согрешающая, она умрет. Потому что душа относится ко всему существу. Душа — это дыхание плюс материя. Земля сошлись, и человек стал живой душой. Вся эта сущность умрет. Это значит, что нет призрачной загробной жизни. 1 Тимофея 1:17. «Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков». Другими словами, единственный, кто бессмертен, это Бог. Только Бог может дать бессмертие. 1 Тимофея 6:14. «Соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа». Это поручение. Итак, поступайте так, как живущие по закону, верно? Стих 15. «Которое в свое время откроет блаженный и единый, сильный, царь царствующих и Господь господствующих, и единый, имеющий бессмертие». Что делает совершенно ясным, что учение о бессмертии не является библейским. Это римско-католическая доктрина, и это языческая доктрина.
который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. В первом послании Тимофею, 6 глава, 16 стих, в новой версии короля Иакова говорится: «Кто единственный имеет бессмертие, обитающий в неприступном свете, кого никто из людей не видел и не может увидеть, кому вечная честь и слава». Давайте просто уточним. Его никто не увидит, если он грешен, и остаться жить. Он будет уничтожен, слава его пришествия. Итак, очевидно, если вы хотите жить в присутствии Бога, вы должны иметь бессмертное тело. Итак, Моисей должен был воскреснуть в бессмертном теле, чтобы быть способным стоять в присутствии Бога. Раньше, когда Моисей был с Богом, Богу приходилось скрывать свою славу в облаке. Когда он просил увидеть его славу, Бог сказал: «Ты не можешь видеть меня и жить, но я спрячу тебя в расщелины скалы и прикрою тебя своей рукою, и когда я пройду, ты увидишь меня со спины, не спереди». Итак, это удивительно. Итак, ни один человек не может жить в грешном человеческом состоянии и быть в непосредственном присутствии Бога. Итак, что-то нам говорит им о том, что произойдет с теми нераскаявшимися в конце времен. Они будут уничтожены. Да, они будут уничтожены. И не потому, что их Бог уничтожит, а потому, что они ухватили за свой грех. Ухватившись за грех, вы будете уничтожены вместе со своим грехом. Вот почему Библия говорит, что человек греха будет уничтожен, слава его пришествия. У нас было это много раз, но давайте просто убедимся для ясности. Катехизис католической церкви учит, что человек бессмертен. Церковь учит, что всякая духовная душа бессмертна. Она не погибает, когда она отделяется от тела при смерти. Это греческая философия. Это не библейское повествование. Знают ли они это? Да, новая католическая энциклопедия сообщает нам, что душа в Ветхом Завете означает не часть человека. Иными словами, она не может отделиться. Они это знают. Но всего человека как живое существо. Они настолько высокомерны, что перед лицом этого знания они все еще утверждают, что верят змею, а не Богу. Даже в Новом Завете она означает человеческую жизнь как жизнь индивидуального сознательного объекта. Итак, Библия этому не учит, они этому учат. А затем они говорят: если вы хотите это проанализировать, если вы хотите провести экзегезу этого, он говорит, что Новый Завет не учит бессмертию души в эллинистическом смысле выживания бессмертного принципа смерти. Они знают это. Невероятно. Это трагедия, если вы знаете, что учите чему-то, что не соответствует Библии. Вы на самом деле учите учению змеи. Это ложь. Давай кратко рассмотрим этот вопрос о смерти. Мистическое царство смерти. Библия, 2 глава, стих 7. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Он не получил душу. Он живое существо. Поэтому, когда дыхание уходит, когда ваш метаболизм останавливается, вы снова обращаетесь в прах. Итак, прах плюс дыхание – это живая душа. Это определение в Библии. Даниил 12:13. «А ты иди к своему концу и успокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Итак, что он собирается делать? Он собирается спать, а потом он поднимется. Новый перевод короля Иакова так говорит: «А ты иди своим путем до конца, ибо ты отдохнешь и встанешь к своему наследству в конце дней». Итак, это просто немного проясняет, что вы не попадаете сразу в рай, когда умираете. Вы покоитесь и в конце обретете бессмертие.
Если мы посмотрим на Иоанна, глава 11, стих 11, сказав это, говорит им потом: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Потому что они думали, что он буквально спит, когда он сказал это. Потому что Иисус сказал: «Он спит, но я иду разбудить его». Ученики его сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти его, а они думали, что говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер». Когда Христос говорит о своем народе, когда они умирают, Он говорит о них как о спящих. Они на самом деле не мертвы, они спят. В Нем они оживут, но их физически нет. Иов делает это совершенно ясным в главе 14, стихе 10. «Но человек умирает и распадается. Человек испускает дух, руах, дыхание». И где он? Это слово «хава» — умереть, испустить дух. Значит, умереть, погибнуть, исчезнуть. Вот-вот умереть. Как долго их не будет? До скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего. Иова 14:12. Библия говорит, что когда Христос вернется, небеса свернутся, как свиток. Итак, когда это? Это относится ко второму пришествию. Немного здесь и немного там. Очень четко сказано в книге Иова. Да, очень четко. Екклезиаста, 3 глава, стих 19. «Потому что участь сынов человеческих и участь животных – участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех. И нет человека преимущества пред скотом. Как животные умирают, так и человек умирает. У животного есть метаболизм, и когда этот метаболизм останавливается, животное мертво, то же самое происходит с человеком». Итак, все довольно ясно. Римская католическая церковь непреклонна в том, что предпочитает версию змея. И это очевидно, потому что они называются «человек греха», и они хотят цепляться за грех, которые являются нарушением закона, и они хотят свой пирог и едят его. Они хотят бессмертия. Итак, просто предопределите то, что Бог сказал. Верно? Папа Лев X в понедельник декабря 1915-го издал буллу, объявляющую: «Мы осуждаем и порицаем всех, кто утверждает, что разумная душа смертна». И причина, по которой он это сделал, заключается в том, что реформаторы, среди них Мартин Лютер, верят, что когда вы умираете, вы спите. Итак, булла была направлена против этой растущей, как они называли, ереси, тех, кто отрицал естественное бессмертие души и обусловно бессмертие души. Человек бессмертен при условии послушания. Они были категорически против. И вы были еретиком, если вы верили в это. Мартин Лютер, он сделал следующее утверждение. «Мы должны научиться смотреть на свою смерть в правильном свете, чтобы не тревожиться из-за нее, как это делает неверие, потому что во Христе действительно не смерть, а прекрасный сладкий и кратный сон освобождает нас от этой пелены слез, от греха и от страха и крайности настоящей смерти и от всех невзгод этой жизни». И мы будем в безопасности и беззаботно отдохнем сладко и нежно на короткое мгновение, как на диване, до того времени, когда Он разбудит нас вместе со всеми Своими дорогими детьми в вечную славу и радость. Итак, то, во что верил Мартин Лютер, находится ли он в гармонии с Библией? Да, и это звучит на самом деле довольно мило. Это то, из-за чего нельзя отчаиваться. Итак, Мартин, как насчет всех этих историй о появлении призраков и людей, разговаривающих с ними? Вот откуда приходит обман. Это очень-очень страшная вещь. Если мертвые ничего не знают, то кто с тобой разговаривает, когда это происходит? Это должно быть что-то духовное. Это существо от Бога? Нет. Запретил ли Бог общение с так называемыми мертвыми? Да. Почему?
потому что он знал, что все это поведет их по пути греха. Итак, когда вы разговариваете с существом, вы на самом деле разговариваете с демоном. И я не знаю тебя, ты выглядишь хорошим парнем. Я не думаю, что ты когда-либо баловался спиритизмом, как я, верно? Ты не использовал доски для спиритических сеансов и тому подобное. Нет, но я слышал, что она все еще очень популярна в качестве рождественского подарка. Есть много людей, которые общаются с мертвыми. Но на самом деле они разговаривают с демонами. Когда моя мать умерла, я пытался контактировать с ней. Я действительно говорил с существами, демонами. Мы тоже пользовались доской для спиритических сеансов. Мы с женой делали это однажды и разговаривали с этими существами. Мы были атеистами, но мы разговаривали с существами. Разве это не интересно? Это такой оксюморон, противоречие в терминах. Она и я, мы держали палец на этой доске, и на ней было написано, я спросил о своей матери. Там были прописаны всякие глупости. Я был непреклонен, я хотел поговорить с ней. А потом вдруг эта доска взбесилась. И все начало двигаться по этой штуке. Ее невозможно было удержать. Когда это случилось, волосы на затылке просто начали расти. Эта доска сошла с ума. И там было написано «иди к черту». И когда он закончил писать это слово, эта доска вылетела со стола из-под наших пальцев через всю комнату. Мартин, это когда ты знаешь, что имеешь дело с необычными вещами, а со сверхъестественными. Итак, вы разговариваете с демоническими существами. И когда царь Саул заговорил с ведьмой из Андора, между ними была завеса, потому что он не говорил напрямую с этим существом. Но это существо было демоном, маскирующимся под Самуила. Итак, Мартин Лютер продолжает, он говорит, «Ибо поскольку мы называем это сном, мы знаем, что не останемся в нем, а снова пробудимся и будем жить, и что время, в течение которого мы спим, не будет казаться длиннее, чем если бы мы только что заснули. Посему будем сокрушаться, что были удивлены или встревожены тем, что таковые, уснувшие в час смертный, и вдруг ожившие из гроба и разложения, и совсем свежие, чисто ясные, прославленные жизнью, встречают на облаках Господа и Спасителя Иисуса Христа». Мартин, понял он это? Да, он понял, чему Библия на самом деле учит. Писание везде дает такое утешение, которое говорит о смерти святых, как будто бы они уснули и собрались к своим отцам, то есть преодолели смерть своей верой и утешением во Христе и ожидали воскресения вместе со святыми, предшествовавшими им в смерти. Это абсолютно библейское изложение того, что говорит Библия. Сатана определенно будет использовать противоположное, чтобы обмануть. Насколько важно, что ты знаешь это? Я думаю, что будет ситуация жизни и смерти. Итак, в конце концов, когда любимые вдруг начинают являться людям, я имею в виду, я слушал сеансы в те мои ужасные дни, когда эти существа говорили, они были на очень высоких постах на небе, что даже могли заменить положение Христа. Так они говорили. Я говорю о сеансах с появлением Сесил Джон Ротси и даже заявление о том, что Адольф Гитлер был в лучшем положении, чем Христос в иерархии. Это ужасное богохульство. А затем появятся лжехристы. Если вы это знаете, вы не будете сбиты с толку. Вы знаете, что придет Христос, и он останется в воздухе, что мертвые не могут говорить. Little Light Studios сделали отличное интервью с кем-то, кто принимал участие в этих вещах. Я вставлю эту ссылку. Отлично. Но есть еще одна интересная вещь, и я помню, вы упоминали об этом некоторое время назад,
когда мы делали одно из наших видео, это также связано с Little Light Studio. Имел очень хороший документальный фильм об этом, поэтому я также поставлю на эту ссылку. Но все это станет частью этого сценария конца времен. Мы должны сказать, остерегайтесь этих обманов в конце времен. Это проблема с существами, появляющимися в космических кораблях, и проявления, которые происходят, когда они проявляются, во многом такие же, как и в некоторых пятидесятнических церквях. Они начинают говорить на языках, они начинают падать, все эти проблемы. А эти духовные существа выдают себя за других существ. Итак, если вы знаете эти вещи, вы не будете обмануты. Мартин Лютер был не единственным, кто понял это. Другой переводчик Библии, Уильям Тиндаль, он тоже это понял. Он написал, вот статья. Он встал на защиту возрожденного учения об условном бессмертии. Итак, в самом начале, когда началась реформация, Бог внушил эту истину реформаторам, и немыслимо, чтобы следующее число из них снова отвергло его и вернулось к старому. Этого нет в катехизисе. Это просто показывает, насколько сильно это убеждение. Итак, если возродится это учение о том, что бессмертие условно, это, а также другие учения привели его к прямому конфликту с папским защитником Томасом Мором, который решительно возражал против Тиндаля и Лютера, которые, по словам Мура, говорили, что все души лежат и спят до конца света. В 1530 году Тиндаль энергично отреагировал. Итак, Мур был саркастичен и сказал, что «Вы, люди, говорите, что души спят до конца света». «Нет, они не спят, они попадают в рай, они бессмертны». Верно, или они попадают в ад, или они попадают в чистилище. Тиндаль весьма саркастически ответил, а вы, обращаясь к Томасу Муру, отправляя их усопшие души в рай, ад и чистилище, разрушаете аргументы, которыми Христос и Павел доказывают воскресение. И опять же, если души на небесах, скажите мне, почему они не в таком хорошем состоянии, как ангелы? И затем, что делать воскресению? Хороший вопрос. Если не все счастливы и как ангелы, зачем вам воскресение? Пустая трата времени, верно? Поэтому он еще больше настаивал на своем утверждении, показывая, что папское учение по этому вопросу противоречит учению святого Павла. Нет, Павел, приятно быть саркастичным. Ты должен разучиться этому. Иди осваивай больше и учись по-новому. Мы не очень несчастны, хотя и не воскресаем, ибо наши души отправляются на небо, как только мы умираем, и пребываем там в великой радости, как Христос воскресший. Я удивляюсь, что Павел не утешил фессалоникийцев этим учением. Если бы он знал о том, что души их умерших воскреснут, если души будут на небесах в такой же великой славе, как ангелы после вашего учения, то покажите мне, что должно быть причиной воскресения. Итак, они понимали это, Мартин. Если вы обратитесь к католической религии, то увидите, что Трентский собор решил, в чистилище души не могут сами искупить свой долг, только страдания. Итак, нет спасения по вере. Нет вменяемой и наделяемой праведности Христа. Вы должны быть спасены своими делами, даже в смерти. Итак, Мартин, когда ты смотришь на эту маленькую машину, там говорится «покойся с миром», тогда это действительно то, что она делает, она покоится с миром, но у нее не будет воскресения. Но те, кто покоится с миром, будут иметь воскресение. Итак, когда это воскресение произойдет, Мартин, это будет очень радостный день. Но перед этим вас должны будут судить, верно? Итак, когда придет Христос и воскресит вас из мертвых, тогда он, должно быть, уже произвел суд над вами. Это следственный суд. Он должен происходить на небесах. Это библейский взгляд. Многие люди говорят, нет, этого не библейское понятие, потому что
Но если он принесет свою награду и приговор, то очевидно, что это уже должно было состояться. Это настолько логично. Но люди не видят. Это невероятно. И воздаст каждому по делам его, верно? Значит, должен был быть суд. Римлянам 2:7. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. То есть что-то, что вы должны сделать, чтобы достичь этого. Говорю вам тайну, 1 Коринфянам 15:51. Интересная последовательность в 1 Коринфянам 15 глава из стиха 51. Говорю вам тайну, не все мы умрем или заснем, но все изменимся. Иными словами, будет воскресение, и живые изменятся одновременно. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Итак, если ты получишь бессмертие только при воскресении, тогда никто, кроме тех немногих, которые были возвышены типологически таким образом, на самом деле воспримут это, верно? Ибо тленному сему надлежит облечься в нетлении, и смертному сему облечься в бессмертии. Когда же тленное сие облечется в нетлении, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное. Поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Это кристально ясно. Это настолько ясно, но никто в церквях не проповедует это. Да, они берут последний стих, 55-й, и читают его, а затем помещают человека на небеса. Но если просто прочитать предыдущие стихи, этого не может быть, потому что это происходит только при воскресении. Верно. Еще раз давай удостоверимся. 2 Тимофея 4:7 и 8. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец праведности, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Итак, в день оный. Это смерть или это второе пришествие? Второе пришествие. Он квалифицирует это. Это кристально ясно в Священном Писании. Это приносит огромное облегчение. Когда мой отец умер, у меня был очень странный опыт. Я был один у его больничной койки в ночь, когда он умер. Его дыхание становилось все поверхностнее и поверхностнее и поверхностнее, а затем, в конце концов, он умер. Он перестал дышать. И Мартин, когда он перестал дышать, он вдруг сел на кровати, раскинув руки, как будто он приветствовал кого-то. У меня было очень странное чувство. Ехал домой из больницы той ночью. Я знал, что со мной в машине было существо. Это было очень странное явление. Помнишь, я был погружен в спиритизм. Я пришел домой. Я пошел, сел в кресло в гостиной. Двери были закрыты. И вдруг открылась занавеска. Это очень причудливо, когда это происходит. Но по своему невежеству я, по сути, сказал «пока» этим существам, убедившись в себе, что это был дух моего отца, верно? Кто произвел эти проявления для моего просвещения? Сатана. Делает ли он это во всем мире? Да. Использует ли он фильмы, чтобы распространять это? Все время. Это его козырная карта. Именно поэтому нам нужно быть укорененными в Писаниях, чтобы понять, о чем идет речь. Это очень важно, потому что, как вы сказали, это козырная карта, которую он собирается использовать, потому что это полностью влияет на ваши эмоции, когда дело доходит до умершего.
У вас есть это стремление быть с ним в общении, верно? Вот почему я хотел поговорить со своей матерью, потому что она умерла, когда мне было 12 лет. Когда я узнала, что говорится в Священном Писании, знаешь, насколько это облегчило мне? На самом деле, когда я понял ситуацию с мертвыми, это было просто умиротворение. Спасибо, небеса, что это так. Потому что у вас есть постоянное представление, что она там, на небесах, грызет ногти, наблюдая за тем, что ты делаешь. Это же глупо. Глупо, нелепо и опасно. Она видит каждый грех, который ты совершаешь. Я имею в виду, что это должен быть кошмар, чтобы смотреть на все это, верно? Или видеть, как твои дети борются, переживают трудные времена, и никто не позаботится о них. Некоторые из них попадают в приемные семьи и несчастны. Некоторые счастливы. Как бы там ни было, все это просто исчезает. Они ничего не знают. Мертвые спят. Бог знает. Но Бог также единственный, кто может искупить вас от всех ваших ошибок и всех этих проблем. Поэтому вы хотите покаяться в своих грехах перед Богом. Вы хотите примириться с Богом. А затем вы хотите доверять Ему. Слава Богу, что ваши близкие не знают обо всех этих ловушках, через которые вы проходите, и ошибках, которые вы совершаете. Матфея 24 глава 30 стих говорит нам, что будет с нечестивыми, потому что, помните, будут мертвые, они не воскреснут 1000 лет, и будут живые. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою. Итак, вот великое множество не очень счастливых. Они скорбят. Итак, что с ними происходит? Откровение 6, 15, 17. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники». Я думаю, люди должны смотреть новости, чтобы знать, о ком мы говорим, верно? Все эти лидеры, все, кто является частью этого, кто эти великие люди, кто эти богатые люди, и кто эти военачальники и могучие люди, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор, и говорят горам и камням, «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Мартин, у них еще есть время подумать. Я думаю, что некоторые из этих царей мира все еще могут перейти на другую сторону. Так сделал Навуходоносор. Но их будет очень мало. Может быть, некоторые из богатых людей мира перейдут на другую сторону и направят свою силу в сторону Бога. А не то, что они делают в данный момент. Сойдет Господь со тьмами святых ангелов своих. Это ангелы. Сотворить суд над всеми и обличить всех между ними, нечестивых во всех делах, которые произвели их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Это стихи Иуды 14, 5, 15 стихи. Мартин, сколько людей и сколько программ используют имя Господа напрасно и издеваются над ним в лицо? Я думаю, что это ведь почти чудо, если вы найдете того, который не хулит имя и не пользуется им напрасно. Большинство актеров в этом мире принадлежат к тайным братствам. И эти тайные братства, особенно когда вы добираетесь до более высоких уровней, являются люциферианцами. И они ненавидят Христа, поэтому для них вторая натура использовать имя Господа напрасно. Они используют его как откровение практически в каждом фильме. Поэтому я не могу смотреть на некоторые из этих вещей, потому что это ужасно, как они действуют. Если бы они сделали то же самое даже с пророками некоторых других религий, они могли в конечном итоге быть подвергнуты самосуду. Софония, 1 глава, 14-15 стихи. «Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня, горького запьет тогда и самый храбрый.
День гнева, день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы. Итак, есть две группы. Те, которые говорят, что Бог — это наш Бог, и мы ждали Его, и Он идет и спасет нас. Это лучший день. Он прекрасен, Он полон славы, и это хороший день. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего. Это очень интересный текст. Вы не можете стоять в присутствии Бога в этом сиянии, если вы человек греха, если вы грешны. У нас есть эти два объяснения разницы в том, как это будет для разных групп. Но самое грустное в этом, что это их собственный выбор. Это их выбор. Если ты цепляешься за грех, ты погнибешь вместе с ним. Может быть, я немного не так выразился. Это грустная и хорошая часть. Но это их собственный выбор. Теперь, что выходит из уст Господа? Не хлебом одним будет жить человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. Итак, люди будут судимы по слову и согласно закону Божьему. Именно так. Это стандарт. Иеремия очень ясно говорит, 25 глава, 33 стих, «И будут пораженные Господом в тот день от конца земли до конца земли, и будут, не будут оплаканы, не будут прибраны и похоронены, навозом будут на лице земли». Итак, откуда они взяли эту идею временного тысячелетия, где все будут обращены? Здесь, на земле. Этого не произойдет, это не библейский взгляд. Иными словами, их нельзя оплакивать, их нельзя собрать, их нельзя похоронить, потому что живые праведники вознесены, а все остальные мертвы. Они будут навозом на земле. Это реальность. Софония говорит нам, насколько полным будет это разрушение. «Все истреблю с лица земли, — говорит Господь, — истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе и нечестивыми, истреблю людей с лица земли, говорит Господь. Итак, что происходит с животным миром? Ничего не останется, ничего живого не останется на земле. Итак, эта земля возвращается в свое изначальное состояние, безвидна и пуста. Когда Дух Божий носился над землей. Чтобы убедиться, Псалом 109, стих 5 и 6. «Господь, одесную тебя, Он в день гнева своего поразит царей, совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной». Что это говорит нам о лидерах мира в последние дни? Они будут уничтожены с человеком греха. Мартин, я смотрю на все события ужасной тирании, которая творится во всем мире. Как цари мира господствуют над своими подданными, загоняют их в лагеря и жестоко с ними обращаются. Я просматривал некоторые статистические данные о том, как на людей влияют процедуры, которые используются сегодня. Сколько людей умирает, сколько детей рождается уродливыми или деформированными, сколько детей мертворожденных младенцев. Страдания в мире просто невероятны. И как вы сказали, многое из этого было реализовано этими великими людьми. Интересно, знают ли они, что грядет? Они делают это, потому что они обмануты? Или они делают, потому что они убеждены? Я думаю, что они должны быть осуждены и должны посмотреть, через что проходит мир, и задать себе вопрос, имеем ли мы право на наследие Господа, те, за кого Он умер. Иеремия 4, 23-28. «Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста,
на небеса, и нет на них света. Это было потому, что они свернулись как свиток, верно? Смотрю на горы, вот они дрожат, и все холмы колеблются. Смотрю, и вот нет человека. И все птицы небесные разлетелись. Итак, птиц не было. Смотрю, и вот кормил пустыня, и все города его разрушены от лица Господа, от ярости гнева его. Ибо так сказал Господь, вся земля будет опустошена, но совершенного истребления не сделаю. Восплачет о сём земля, и небеса помрачатся вверху, потому что я сказал, я определил, и не раскаюсь в том, и не отступлю от того. Итак, вот что произойдет во время второго пришествия Христа. Все разрушено, но это еще не конец. Нет. Что-то произойдет на небесах, а потом будет третье пришествие Христа для окончательной кульминации всех этих вещей. Но Библия ясно говорит, что будут опустошенные города, и нечестивые живые будут убиты при втором пришествии. Другими словами, не может быть никакого тайного вознесения. Это невозможно, особенно если вы читаете этот стих из книги пророка Иеремии. Итак, все, что говорят о тайном вознесении, исходит из иезуитского учения диспенсационализма. У нас было развитие этого учения, выходящего из конюшни иезуитов и из Рима. И это проникло в мир. И евангеликалы учат не библейской доктрине, а иезуитской доктрине. Мы читаем во 2 Фессалоникийцам, 1 глава, 6-7 стихи. «Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его». Какой прекрасный стих. Грядет день возмездия. Если вы хотите получить возмездие, то выберите это. А если хотите иметь покой с Божьим народом, то это другой выбор. Откровение 20 глава, стих 1-2 говорит, «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет». Мартин, на 1000 лет дьявол здесь будет связан. И он связан в том смысле, что уже некого сбивать с толку или вводить в заблуждение. Все мертвы. Он находится на разрушенной планете, и он может просто думать обо всем, что он натворил. Итак, сатана скован цепями обстоятельств на 1000 лет. Псалом 67-8 стих. «Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а некоторые остаются в знойной пустыне». Являются ли эти духовные цепи цепями обстоятельств, или они буквальны? Это цепи обстоятельств. Именно так. Итак, дьявол скован цепями обстоятельств. Это то, что происходит в тысячелетии. Миллианус означает 1000 лет, на 1000 лет. Мертвые не воскреснут. Нечестивые мертвы. Они не встанут. 1000 лет, говорит Библия. Все животные, все города, все разрушено. Праведники встретили Господа на воздухе и были взяты. А мертвые, которые не были во Христе, мертвы. И только дьявол и его ангелы связаны здесь цепями обстоятельств. Итак, Мартин, это в основном резюме, верно? Теперь, когда Библия говорит о битве Армагеддон, что это была за битва? Когда Библия говорит о битве Гога и Магога, что это была за битва? Как мы вписываем все это в Священное Писание? Итак, вкратце, битва Армагеддон — это то, что происходит, когда возвращается Христос. Он воюет против тех царей и против всех нераскаявшихся,
и они уничтожены сиянием его пришествия, а кульминацией седьмой язвы. Но я думаю, что мы должны рассмотреть это немного подробнее и просто конкретизировать, что это за битвы, которые происходят. Описать Армагеддон, описать, что произойдет в тысячелетии, и описать, что происходит в битве Гога и Магога. И тогда мы сможем суммировать все это и получить правильную последовательность или библейскую последовательность относительно того, какова цепь событий. Возможно, нам стоит сделать вторую часть и продолжить обсуждение в другой части этого вопроса. Да, это было бы здорово. Ну что ж, давай помолимся. Отец Небесный, второе пришествие будет очень славным событием, но это также будет очень трагичным событием, вероятно, для подавляющего большинства человечества. И поэтому крайне важно, чтобы мы понимали последовательность событий, а также понимали, в чем заключается наша роль, а именно исповедовать наши грехи, оставить наши грехи и требовать праведности Христа, потому что оправдание верой — это главный паспорт, который нам потребуется. А освящение — это наша пригодность для небес. Благослови нас в наших решениях. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь.